Ты пережил больше, чем я могу представить. Но у твоей истории нет конца. Знаешь, каково это — жить вечно? Твое бессмертие сделало тебя величайшим воином креста и секиры в битве между нашим миром и следующим. Я всю свою жизнь мечтал стать твоим учеником. Вот твой шанс. Хочешь сдаться? Нет, хочу повышение. Ты ловец снов. Вон отсюда. Ты должна показать мне свой мир. Только так мы сможем победить. Умрешь там, умрешь и здесь. Колдор, ты должен проснуться, это ловушка! Да, это пока еще не твой уровень. Самые могущественные ведьмы всех времен пришли уничтожить нас. Война началась. Готовьтесь ко встрече со злом. Кто сказал, что ведьма не может охотиться? Знаешь, чего я боюсь? Ничего. Последний охотник на ведьм. Смотрите-ка, кто идет. Это же слабак. Мама Льюиса тоже беременна, но его она никуда не ссылает. Во-первых, это не ссылка, а каникулы. А во-вторых, я устала объяснять все по несколько раз. Пожалуйста. Вставай, Соня, мы приехали. Так выглядит рай? Именно так. И не стоит препираться. Знаешь, Бен, у меня постоянно возникают проблемы с мужчинами. Я, наверное, неправильно веду себя. Да? Да. Посмотри на меня. Мне уже 28. И я воспитываю 2 дочерей на зарплату официантки. Не то чтобы я сожалею о Билли и Дармен, нет. Возможно, они просто результат физического влечения, но они также и моя семья. Я ничего не могу поделать с тем, как мужчины реагируют на меня. Извините. Не скажете, как добраться до улицы Крофтера? Отсюда налево, потом прямо, и опять налево. Спасибо. К кому направляешься? В гости к семье Ридов. Риды? Они вам нравятся? Нет. А раньше нравились. Они сильно изменились. Как? К худшему. Если повезет, надолго ты там не задержишься. Рай.
Так. Чем ты занимаешься? Ты скульптор? Я не знаю. Попробую угадать. У меня для тебя сюрприз. Нет! Помогите! Помогите! Да, мне кажется, что у них больше жизни, чем в людях. А твоей девушке они нравятся? У меня нет девушки. Тебе одиноко? Да, именно поэтому я звоню. Вы с Анной. Прекрасная пара. Ты знаешь... Почему? Если меня поймают, мне конец. Слышите? Все вы! Конец. Маньяк. Мы в эфире. Есть эфир? Есть эфир, господин президент. Несколько минут назад послы США во всех странах мира сообщили главам их правительств то же, что я сейчас сообщу вам. Комета по-прежнему движется к Земле. Мы с самого начала готовились к худшему, поэтому я надеюсь, вы спокойно воспримите то, что я скажу. Чтобы гарантировать продолжение существования нашей нации, мы создали комплекс гигантских пещер, которые позволят миллиону людей существовать под землей в течение 2 лет. 10 августа будет проведена общенациональная лотерея. Компьютер случайным образом отберет 800 тысяч американцев, которые присоединятся к 200 тысячам ученых, учителей, солдат и работников искусства, отобранным ранее. Помимо этого, США и Россия создали крупнейший космический корабль в истории, который попробует остановить комету. Мы победим. Страна будет жить. Столкновение с бездной. Да! 20 век Фокс представляет. От режиссера фильма «В постели с врагом». Генри, спускайся. За его улыбкой кроется тайна. Держи, я сделал 2, чтоб были как братья. Эй, Марк, давай, побежали! Куда бежим-то? За его взором кроется замысел. А кто это? Мистер Шоссе. Ого, и что ты с ним сделаешь? А за образом хорошего сына. Идешь? Чем вы там занимаетесь? Прости, мам, большой секрет. Куда мы идем? Пришли. Кроется жуткая правда. Попрощайся. Нет! Ты понимаешь, что натворил? Ты мог кого-то убить. Мне тебя жаль, Марк, не умеешь веселиться. Что? Вы же врач. Вы все знаете. Ну, кое-что. Что, если есть такой мальчик, который творит ужасное ради удовольствия?
Такая милашка. Будет грустно, если с ней что-то случится. Вы не скажете, что он злой? Я не верю в зло. А стоило бы. Когда невинность всего лишь маска. Думаешь, я стал бы делать ей больно? Не стань. Бедняжка Марк, такой жестокий. Когда доверие становится оружием, следующей жертвой может стать любой. Генри. Нет, сюда! Помоги! Если отпущу, сможешь полететь? Хороший сынок. От Кевина Вильямсона, сценариста фильмов «Крик» и «Крик 2», и Роберта Родригес, режиссера фильмов «Десперадо» и «От заката до рассвета». Фантастический триллер. No more pencils, no more books, no more teachers, dirty looks. Студенты Харрингтонского колледжа всегда подозревали, что их преподаватели – существа с другой планеты. А будет ли экзамен? Это и есть экзамен. И на этот раз они оказались правы. И теперь эти шестеро студентов не будут спрашивать разрешения. Им предстоит уничтожить это. Факультет. Пожалуйста, доложите об этом ректору. Меня зовут Мэтт Бакнер. Прошлой весной меня выгнали из Гарварда за 2 месяца до защиты диплома. И я знаю, что в обычном университете я учиться не смогу. Я ничего не понимаю. Почему тебя выгнали, если ты ничего не натворил? Все из-за моего соседа. Он помешан на кокаине. Кто-то об этом сказал охраннику общежития, и к нам пришли с обыском. И его порошок нашли в моих вещах. Думаю, что он все время прятал свою дурь в моих вещах. Правда? Да. Боже, Шеннон, ты странно выглядишь. Какой ты забавный, Пит. Мэтт, это Пит, брат Стива. Пит, это мой брат Мэтт. Привет, приятно познакомиться. Мне тоже. Привет, Бен. Я уложу его спать. Хорошо, детка. Сотню в долг не дашь? Отвали, понял? Да ладно тебе. Заткнись, заткнись, понял? Знаешь, что я сделаю? Я дам тебе сотню, если Мэтт пойдет с тобой на матч. Согласен? Да пошел ты! Меня все засмеют. Понимаешь, я не могу взять америкоса на футбол. Нет, ты можешь. И ты будешь себя вести так, как никогда не вел, ясно? Ну, идите же сюда! Что вы там встали? Пошли отсюда! Что? Да их там штук 20! Пока ты с нами, ты никуда не убежишь! Ты останешься здесь и будешь драться! Да я не умею драться! Просто думай о ком-нибудь, кого ненавидишь! Ну же! Хулиганы. Dimension Films и Troublemaker Studio представляют «В городе грехов».
шаткое перемирие. Между теми, кто правит улицей, и теми, кто правит всем. Садись в машину, детка. Поболтаем немного. Ты совершаешь самую большую глупость в своей жизни. Перемирие в городе грехов будет нарушено. Оставь ее в покое. Да ты знаешь, кто мой отец! Ничего ты мне не сделаешь! Будут аресты. Будут трупы. И этого не остановить. Пора им доказать, что ты чего-то стоишь. Мы сразимся и с полицейскими, и с гангстерами. Это не потасовка в баре. Это времена, когда можно потерять все. И они настали. Режиссер Роберт Родригес. Ты делаешь большую ошибку. Ты уже сам сделал ее. Режиссер Фрэнк Миллер. Нет справедливости. Без греха. Нужна тачка с хорошим движком и большим багажником. И специально приглашенный Квентин Тарантино. Город грехов. Да. Вам помочь? Не понял. Вам нужна помощь? Нет. А что вы здесь делаете? А с какой стати вы меня спрашиваете? Спасибо. Случайные мысли. В начале Дня Святого Валентина, 2004 год. Сегодня праздник, который придумали компании, производящие поздравительные открытки, чтобы заставить людей чувствовать себя паршиво. Сегодня я прогулял. Сел в поезд и уехал в Монтек. Сам не знаю зачем. Я ведь не импульсивный человек. Познакомиться с кем-нибудь. Но мои шансы на это невелики. Я совершенно не способен взглянуть в глаза незнакомой женщине. Далеко едете? Роквилл-центр. Да ну, я тоже. Серьезно? Вот это да. Откуда я вас знаю? По-моему, я слышал треск. Не бойся, ты не провалишься. Лед слишком толстый. Какие ты знаешь созвездия? Я не знаю. Никаких не знаю. Вечное сияние чистого разума. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. Темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо, способное править всеми. Кольцо кануло в безвестность. Снова сгустился мрак над лесами земли. Его подобрало самое неожиданное создание, которое только можно представить.
Саурону нужно это кольцо, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Что мне делать? Кольцо надо уничтожить. Кольцо было отлито в огне роковой горы. Там всегда начеку не спящее зло. Саурон собирает у себя все зло. Они ищут кольцо и убьют того, кто несет его. Нет! Поторопись! Рода! Другие найдут менее опасный путь. Мой меч с тобой. И мой лук тоже. И моя секира. Это бремя выпало тебе. И если с ним не справишься ты, не справится никто. На службе нашего врага много шпионов. Птицы, звери. Что-то назревает. Я чувствую. Быстро с дороги! Укрытие! И запомни, Фродо, кольцо стремится вернуться к своему хозяину. Оно хочет, чтобы его нашли. Будем надеяться, что наше присутствие останется незамеченным. Они близко. Я хотел бы, чтобы не было кольца. Прочь, демоны! Чтобы ничего этого не было.